В мире стала популярна игра в кальмара, и, в общем-то, я тоже решил в нее сыграть. Собственно говоря, вот кальмары, и как я понял, надо просто попадать в них с лука, да? И получается же, под водой стрелять с лука сложно, вот. И в этой сложности заключается интересный, да? И вот я, допустим, попал в кальмара, получил балл. Вот во второго попал, теперь у меня 2 балла. И получается, типа... Короче, говно я в КСП.